Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня со мной канал Крым Онлайн. Вот здесь появилась подсказочка, зайдите на его канал, посмотрите видеоролики, тоже снимает про Крым. Если вам будет интересно, подписывайтесь, если интересно, не подписывайтесь. Ну а сегодня мы с вами попали в настоящую крымскую зиму. Ради вот этого ролика мне пришлось отменить мой сегодняшний билет в Москву, да, друзья? Сегодня 21 декабря, я еще в Крыму. Потому что у нас в Крыму выпал снег, а как я улечу в Москву и не покажу вам крымскую зиму? Такого не должно быть. Сейчас обязательно запустим квадрокоптер, друзья, покажу вам самые шикарные виды. И где мы находимся? Мы находимся на вершине горы Айпетри. К зубцам мы, скорее всего, не успеем доехать, но я вам покажу сейчас зимний лес. Это настоящая сказка. Солнце так слепит глаза, и снег все это отзеркаливает. Невозможно смотреть нормально. В общем... Вот такая у нас обстановочка на вершине Айпетри. Температура воздуха сейчас минус 5 градусов. Это самый холодный день зимы, который мне удавалось видеть в этом году. Вот так, друзья, настоящий снег. Это снег, смотрите. Настоящий крымский снег. Давайте с вами дойдем до елочек. Вон туда пройдемся, в елочную долину. Думаю, друзья, ролик по-любому заслуживает лайка, потому что Айпетри, зима, снежок, как же это круто. Здесь такая тишина. Вот, смотрите, стоит эта обсерватория, круглые такие шары, выглядят, конечно, круто, но думаю, что квадрокоптер мы к ним запустить точно не сможем, потому что там военная база, и нам его уведут. Надеюсь, хотя бы тут его удастся запустить. Так, друзья, идем к елочке. Смотрите, какая же красота. Я просто не могу нарадоваться вот такой настоящей крымской зимой. Теперь я с чистой душой полечу в Москву, потому что показал вам настоящую зиму. Смотрите, какие елочки, все в снегу стоят. Просто невероятно это красиво. У меня даже слов не хватит, чтобы вам описать. Вот так, друзья. Поэтому в Крым нужно приехать обязательно и зимой, чтобы насладиться вот такими шикарными видами. Давайте зайдем в лес, в сосновый лес, посмотрим, какая там у нас обстановка. Но, конечно, мне здесь очень нравится. Вот бы еще встретить какое-нибудь дикое животное. Посмотрите, как круто. Заснеженный лес, заснеженные трава. Снег тут какой-то прям максимально белый. Супер, я бы сказал, белый. Вот так. Так, нам нужно выйти сюда на трассу, перейти дорогу точнее. Потому что там вон лес поинтереснее, мне кажется. Там, там, там. Сейчас ноги будут все мокрые. Вот эта обсерватория, смотрите. Выглядит, конечно, красиво. Еще и солнышко у нас вышло. Мы ехали, были тучи. Да, друзья, если хотите, мы, кстати, поднялись на обычной легковой машине, поднимались мы со стороны Симферополя по той дороге через Соколиное, там дорога, конечно, подубитая, но ничего, мы справились, поднялись, все в порядке. Друзья, крымская зима, что может быть лучше? Это просто невероятно. Я так рад, что я сегодня сюда попал. Не могу вам передать все свои эмоции. Вот приезжайте в Крым на Айпетри за новогодним настроением. Поверьте, здесь просто невероятно красиво. Такая атмосфера, крымская зима. В общем, не знаю даже, что вам сказать. Сейчас уже будем запускать квадрокоптер. Сниму для вас зиму с квадрокоптера. Поэтому не переключайтесь, дальше будет только интересней. Вот, смотрите, все эти елочки. Конечно, такая тишина, здесь нет людей, нет отдыхающих. Мы просто бродим по лесу, заснеженному в Крыму. Понимаете, насколько это круто? Вот такой он снег. Снег для Крыма — это редкость, что я вам скажу. Поэтому цените такие видеоролики.
которые я снимаю, друзья. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но это действительно, мне пришлось отменить билет в Москву ради этого ролика. Вот смотрите, какая красота. Просто невероятно. Такой здесь лес на вершине Петры. Я просто в шоке. Мы так бродим среди зимнего леса. Настоящая какая-то крымская сказка. Солнце так слепит глаза, еще из-за белого снега вообще не могу смотреть. Текут слезы. То ли от радости, то ли от солнца. Ну что, друзья, обязательно еще покажу дорогу, когда будем спускаться, потому что там тоже деревья в снегу, там гололед на дороге, машину заносит, в общем, еле как сюда поднялись. Но это только в одном участке, буквально 30 метров бы уже при подъеме наверх. А так дорожка более-менее проходимая. Смотрите. Вот она, крымская зима. Блин, встретили бы дикого кабанчика, либо оленя. Такие бы кадры у нас шикарные вышли. Они и так шикарные, но были бы еще лучше. Смотрите, как трава покрылась тоже снегом. Воу, нереальное что-то. Да-да-да-да, снегопад. Бродить среди вот таких сосен в лесу — невероятное ощущение. Так, давай, олень, выбегай уже к нам на камеру. Мы должны тебя подснять. Смотрите, снежок какой. Друзья, я бы здесь бродил целый день, что я могу вам сказать. Здесь так тихо, здесь такая обстановка, а воздух, тут какой-то воздух необычный. Я вам не могу это передать, эти ощущения. Вам нужно самим все это испытать на себе. Всю эту красоту, всю прелесть Крыма. Как я ждал снег! Вот он, вот этот шикарный снег. Давайте сейчас просто в тишине понаслаждаемся вот этим всем. Ничего не буду говорить, немножко пройдемся в тишине, как все на самом деле тут есть. Друзья, я не могу сдержать своих эмоций. Это просто прекрасно. Аж дух захватывает, когда вот так ходишь по лесу. Вот он, крымский лес. Как вам эта природа? Честно скажу, я прям поражен, друзья. Этой крымской зимой не могу нарадоваться. Прошу вас максимально поддержите этот видеоролик. Он мне стоил очень много усилий, я потратил, друзья. Отменил билет, не полетел в Москву.
Мы вообще планировали сегодня поехать в Старый Крым, но Старый Крым, вчера там пошел снегопад, его уже все отсняли. Там особо нет таких локаций интересных, как на Айпетре. Мы на Айпетре, на вершине Крыма практически. Очень круто. Спонтанно сюда приехали, ехали в Старый Крым, очутились на вершине Айпетре, чтобы вы понимали. Там такой загадочный лес, крымский зимний. Вот это такое у нас бывает в Крыму. Красота, друзья. Теперь я зарядился позитивом, зарядился новогодним настроением, все успел отснять, очень доволен. Ну и давайте уже запустим квадрокоптер. Все вы ждете этих шикарных кадров, наверное, как и я. Я тоже их жду. Я очень мечтал всегда подснять вот такие сосны в снегу в Крыму. И сегодня это наконец-таки свершится. Все, погнали запускать квадрокоптер. Thank you.
Итак, друзья, мы приехали на канатную дорогу. Вот перед нами зубцы Айпетри. Все в тумане, чтобы вы понимали здесь. Роман хочет запустить квадрокоптер. Я, конечно же, не советую. Туман. Мы подъехали, что не такой сильный был туман. Ты только что запускал свой, сказал, что он у тебя сломался. Так тумана не было. Саня. Далеко, просто вообще сделаем, не улетай никуда. Мы просто сделаем с тобой селфи. Селфи. С коптера или коптер? Да. Я хочу коптер просто, подожди, подсниму. Ну, высоко сильно. Вот так же DJI Mavic Mini. Не, ничего не видно вообще. А ну что там отображается? Вообще ничего не видно. Толку лететь туда. Ты потом не прилетишь, отсади его нахрен. Так, туман рассеивается, я уже вижу деревья. Вот они. Кстати, друзья, канатная дорога еще не работает, она закрыта, она откроется перед новогодними праздниками. Поэтому имейте в виду, чтобы, как я, не поднялись сюда пешком, потому мне пришлось вам пешком спускаться. Так, у нас экстренная посадка. Не-не-не, это я зажал стик до упора. Все, сади, наверное. Сейчас, мы с тобой. Слушай, я ничего не заснял. На камеру обычную. Ну, он довольно-таки послушный. Холодина, друзья, минусовая температура. Если на камера даже отключится, то, наверное, минус в тумане похолоднее, я тебе скажу, будет, чем там на снегу, на солнышке. Вот сюда встань. Так, куда? Что мы делаем? На коптер или на камеру? Ревьюшку делаем. На что? Так, мы нашли лед на вершине Айпетри. Сейчас будем его ломать, как в детстве. Главное, обувь не испортить. Погоди, себе. Там, где... Смотри, там грязь. Там, где сыро, заходи. Интересно, выдержит меня или нет? Я думаю, нет. Ставлю в $10, что ты тут провалишься. Да я не буду идти. Если проехать, в принципе, выдержит. Нет, ничего не выдержит. Смотри, какой он мелкий. Ну, тонкий. Ой. Я худой. Что мы делаем? Что, Николенко? Мы вспоминаем детство. Вот ты сейчас провалишься. Я прошел. Я прошел, теперь твоя очередь. Да дико, ты сейчас обувь себя поцарапаешь. А почему ты прошел? Ты что, легче меня? Конечно. Я же похудел. Ну можно так проехать. Да нет, смотри, я проваливаюсь сразу, вон вода пошла. Нужно распределять нагрузку. Так, хруст. Ну, мы идем ко дну. Все, друзья, отправляемся на обратную сторону Айпетри. Не ту, по которой вы привыкли спускаться вниз, а в сторону Симферополя. И там уже запустим квадрокоптер над снежным лесом. Погнали. Так, друзья, коротко о том, как меняется температура и вообще погодные условия у нас в Крыму. Посмотрите, какие здесь туманы. Реально, буквально 10 метров и ничего не видно уже. И вот такие деревья стоят. И выезжаем за деревья, здесь уже все. Хорошая погодка. Вон там, конечно, красиво, смотрите, там облако вверх прям идет. Да, очень красиво. Сосны стоят все белые. Но оленей мы так и не сняли сегодня, к сожалению. Надо было на плато ехать. Мы тут на этой машине просто не проехали. Ты же видел, грузовик стоял? Да, сейчас покажу вам грузовик, который тут съехал с дороги. Не выехал, да. Да, я думаю, еще не выехал, пока к нему МЧС доедут. Или вот кто там, да, будет вытягивать, не скоро. Выдергивать обратно. Он уперся просто в ФС-ку бетонную. И у него ни вперед, ни назад никак. Ну а вы, конечно же, подписывайтесь на канал Крым Онлайн. Ты это не вырезай, пожалуйста. Ставьте лайки, конечно, подписывайтесь, пишите комментарии.
Кто вам еще покажет такой Крым? Как, да, друзья, зимний Крым. Как и Роман и Саша. Просто рванули. Вообще, сегодня у нас такая история. Мы просто психанули и поехали. Я еще даже себе был в Москву лететь. А, да? Вот вчера зашел в Инстаграм, у всех фотки со снегом. Я думаю, нет, я должен снять, я обещал снять снег в Крыму, думаю, надо отменять билет. Взял билет потом на 23-е, сегодняшний рейс просто у меня сгорает. И мы решили поехать поснимать в старый Крым снег. Но очутились на вершине Айпетри. Да, и все... не пожалели, что я могу сказать. Это очень круто. Много снега, все деревья в снегу, во льду. Полетали, главное, на коптере. Надеюсь, кадры получились. Все обязательно вам покажем. Сейчас уже возвращаемся. Еще так. Подснимем еще красивые кадры. Очень красивые, потому что когда мы проезжали, всю Бельбекскую долину, она вся стояла такая в снегу запорошенная. Знаете, белая такая, красивая. Да, и сейчас постараемся ее особенно... тоже подснять. И особенно красиво все это смотрелось со стороны Айпетри. Просто деревья все стоят в хрустале, запорошенные белым пушистым снегом. Красота невероятная. В общем, что говорить, сейчас поедем, посмотрим, все это покажем вам. И так вы, друзья, не сидите. Не переключайтесь. Так, друзья, не сидите дома, пока в Крыму есть снег. Выезжайте на Айпетри, потому что я думаю, что он пролежит недолго. Смотрю температуру, погоду, точнее, на несколько дней вперед, там будет потепление. И, возможно, он растает. Да, поэтому у вас есть несколько дней, чтобы успеть насладиться всей этой крымской природой, зимним лесом. Приезжайте, здесь очень-очень круто. Вот мы подъезжаем к тому месту, где был у нас грузовик, съехал с дороги, но его уже вытащили. Уже он стоит вот так у нас на обочине, смотрите. Да, только что проехал КамАЗ, его дернул и уже вот уехал. Вот они выехали, но вроде бы ничего такого не пострадали. Ну а что этой машине вообще может быть? А съехали они? Вот здесь. Вот здесь прямо, как они так могли вот, съехать? Вот стоят бетонные, да, плиты, вот бетонные и плиты, и вот сюда вот они нырнули, вон вот в ту же поверхность. Вон там следы еще видны. Ну что, друзья, я думаю, будем завершать наш шикарнейший видеоролик. Мы уже спустились с Айпетри. Здесь вот такая у нас погодка, настоящая такая крымская осень. Мы сейчас находимся в Сакалином. Я, кстати, напоследок, меня просили много снять Сакалина. Я запущу здесь квадрокоптер, сниму для вас виды Сакалинова, потому что вы очень это просили. Но мы с вами встретимся уже завтра в новом видео. Подписывайтесь на канал, потому что Александр Михаленко показывает все самое интересное. Все, друзья. Всем пока, встретимся завтра.